Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции «День ГАИ». Торжества по случаю Дня ГИБДД берут начало 3 июля 1936 года. В этот день была создана Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. В Российской Федерации эта служба существовала до 1998 года и была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. 80-летие образования этой структуры 3 июля отметит и коллектив отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, а возглавляет его опытный руководитель подполковник Аслан Схадбиевич Дауров. Отдел я возглавил с июля того года, да, июля 16-го будет год. Ну, район незнакомый, потому что я сам с этого района вырос здесь. Работал здесь изначально, карьера трудовая, скажем так, отсюда пошла. Ну, по воле судьбы, скажем так, оказался в Ельнинском районе. И вот по истечению скольких лет, значит, оказался здесь начальником. Что касается коллектива, никаких абсолютно проблем у меня к ним нет. Коллектив слаженный, грамотный. Ребята все молодые. Направлять, и все, я думаю, проблем никаких абсолютно не должно быть. Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта. Все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но и настолько же и необходима. У нас отдел ГИБДД. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения – это наша основная задача, то, чего мы на сегодняшний день придерживаемся. Иной раз, конечно, не получается, но стараемся. Вот по итогам, допустим, 6 месяцев у нас небольшой рост происшествий. Цифры я называть не буду, потому что за каждыми цифрами стоят человеческие жизни. Но будем стараться, как бы поменьше происшествий было, как можно меньше людей страдало, он к этому стремится. Коллектив Кашхабльского отделения ГИБДД состоит из 8 человек. Команда хоть и небольшая, тем не менее добросовестно и профессионально выполняет поставленные перед ней задачи. Каждый день, выходя на работу, независимо от погоды и времени года, эти люди стоят на страже нашей безопасности. По работе перспектива у нас одна. Как можно меньше минимизировать количество происшествий, пострадавших в них людей и, естественно, погибших. Вот наша основная цель. Полицейским может стать далеко не каждый. Это непременно должен быть человек, всем сердцем преданный своему делу. Человек, который осознает всю важность и серьезность этой профессии. Тот, кто не боится опасности и трудностей, кто согласен всю жизнь посвятить людям, работая, рисковать своей жизнью. И без преувеличения можно сказать, что именно этими качествами и обладают наши сотрудники. Пользуясь случаем, наверное, я обращусь и к жителям района, скажем так, к гостям обращусь, может быть, и гости будут смотреть. Я хочу, чтобы каждый житель понимал, сотрудник ГИБДД, скажем так, мы наказать – это не сама цель по тем или иным нарушениям. Сама цель у нас, значит, в чем заключается? Пресекать нарушения и сохранить человеческую жизнь. Некоторые у нас, как понимают, сотрудник ГИБДД, если стоит, значит, выехал, ему надо план выполнять. Никакого плана у нас нет. У нас план, значит, в человеческих жизнях, как можно больше их сохранить. Касаемо, значит, праздника 80-летия ГИБДД, пожелать, значит, жителям района удачи в движении, чтобы поменьше таких происшествий было. А касаемо коллектива, терпения и профессионализма. Повышать, повышать и повышать.